ЛМС-ка пришла, наконец-то. Пришла спека, заказывал. Вот такой огромном мешке. Даже не помещается камера. Это мешок для картошки. Но... И тут маленькая коробочка. Так же, как с батареями было. Вот такой огромный мешок. Я аж удивился. Даже спросил, как они их везут. Оказывается, там работник складской прям так ответил. Говорит, да как получится. То есть не отдельный там какой-то у них отсек есть или типа того для мелких вещей, а просто с большими там покрышками, лесоматериалами, чем там они еще тяжелым везут. Прям там эти мешки схожены. Кошмар, конечно. Я все боялся. Ну, я сейчас боюсь, что что-то сломали или... Не дай бог, повредили. Вот такая коробочка. Довольно легкая, но с виду целая. Доставка была успешная. Сейчас откроем, заценим, что у нас там внутри. На этот раз все у нас получится. Так, тут также все запечатано, как батареи были. С помощью пенопласта и картона. И мягкой изоляционного материала вот этого. Пупырчатого. И вот она, БМС. На картинке на другой было. Странно. Давайте-ка сгоним поподробнее. Так, тут у нас вверху MOSFET-транзисторы. Какие-то RU19-0N08R. Надеюсь, вам видно. Резистор. Снизу кучу мелких транзисторов. И с другой стороны, ну, в общем, она похожа на ту, только по другому расположению все идет. И тут вот можно даже посмотреть, есть обозначение B-, B1, B3 секции до B13 секции идут. То есть первый идет минус, а остальные секции идут, точнее, провода идут к секциям. Получается, с B1 по B13 секций, как нам нужно. Так, смотрим тут. Как было. Здесь у нас B0. Вот в этой стороне крайний провод. То есть, если сравнивать с этой, вот так она должна быть. Да, B- вот здесь. И, по-моему, что-то опять здесь намудрили. Сейчас посмотрим. Посчитаем поточнее все провода. Потому что нам нельзя ошибаться ни в коем случае. Иначе мы спалим либо БМС-ку, либо ячейку с батареями. Так, тут было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 контактов. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 контактов. Ой, ёпарасоты. Нормально. На одну больше. Да. Но здесь, если вот судя по вот этим расположениям посмотреть, точнее, просто по дорожкам. Тоже тут крайний контакт, он как бы не задействован. Он идет большим широким минусом, этот контакт. И также не задействована вот эта крайняя часть для ячейки. Здесь три ячейки свободны, тоже не задействованы. И тоже есть такой же широкий крайний контакт, как вот тут, сбоку. То есть, вот это B-, это и есть контакт вот этой массы, большой B-. Вон он, так и написан. Одним словом, тут он идет напрямую сюда. А здесь он еще подходил отдельно. Поэтому его первый контакт мы можем просто не использовать. В этом случае вот эту контактную площадку мы должны подключить.
Ну, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут все не так просто. Она еще не подходит. Разъем не тот. Кошмар. Ведь договаривались. Я же сказал, 13 контактов там. 13 секций. Тут вообще все по-другому сделано. У-у-у, печаль, печаль. Сейчас придется гуглить в интернете, как ее подключать. Потому что это не дело. Тут идет минус контакт. Он идет с первой секции. Получается, все получается в B1. Короче, надо все вот эти вот контакты сейчас, вот эти все, вот так вот напаивать на каждую отдельно. То есть без разъема будем использовать. Добавилось работы. Ну, я думаю, так, скорее всего, и подключается. На всякий случай погуглю, чтобы ничего не испортить. Но если взять 13 сверху, вот эти все контакты, их всего 13, то они как раз идут с последней B13 до B1. B-, как я уже повторил, этот, он идет общий. Вот с этого контакта B-. То есть отдельно припаивается. И здесь под него, кстати, должна быть большая контактная площадка. Вот она и есть, B-, так называется. Короче, мне нужно сейчас вот что сделать. Вот этот B- со старой BMS-ки. То есть, чтобы переставить вместо старой новую BMS-ку, вот этот большой контакт B- с батареи, основную массу подключить вот сюда. Это так подписано на P-, это который идет выход с BMS-ки уже к контроллеру, то есть через нее ток. Подключить надо будет контакт P-, который здесь не указан. Вот какой-то есть широкий контакт, со всех MOSFET-ов выходит, вот он прямо здесь. Это, скорее всего, да, это походу он и есть. Кстати, P-, потому что, ну смотрите, здесь, короче, все вот эти MOSFET транзисторы, они запаяны вот сюда, на нижнюю площадку. Здесь же все MOSFET транзисторы то же самое, запаяны в одну широкую такую клемму, вот самую широкую, она идет вот сюда, как раз к выходу, то есть через них идет выход на контроллер. Вот эти вот штуки, они регулируют ток, сколько нужно отдать, чтобы не сломать батарею. Значит, вот это P-. Ну вот просто зрительно сравните. Тут широкий контакт идет на MOSFET, и тут широкий контакт идет на MOSFET. Значит, это он и есть в теории. Так, еще у батареи есть какой-то C- контакт. Ой, точнее, у BMS-ки. Что это такое? А, это зарядка. Да. Тут даже он идет в разъем зарядки. Плюс зарядки, он идет в общий плюс. Вот он идет через переключатель на вот это гнездо. Широкое вот это. Это как раз идет к контроллеру. То есть C-. Это должен быть разъем для зарядки. Так как плюс у них общий, прям здесь и подключен. Сюда должен подходить еще масса для того, чтобы заряжать батарею. И я здесь ее не вижу впритык. Есть какой-то еще один широкий боковой контакт. Вот этот. Он идет через вот такой шурупчик вниз, а там он подключается к вот к этим контактам. Если вот здесь заметите, он идет к правой ноге каждого MOSFET-а. Вот этого, и там ниже он, походу, тоже подключается. Да, там широкая дорожка такая, огромная. И она куда-то вниз уходит. Если посмотреть здесь, C-. Вот он. Он переходит вот сюда. Тоже в широкую дорожку. То есть это зарядный контакт. И также... Да, также вот у них боковые MOSFET-ы, две штуки, они задействованы на зарядку. Вот. Видите, он запаян в общий контакт. C-. Это провод минус с зарядки. Короче, таким образом, я так думаю, в принципе, логично, что если вот они оставили места для подпайки проводов, раз, два, три, это как раз есть C- контакт. А здесь еще резистор на нем стоит. Сейчас подпишу его так. C-. Да, вот он.
Вот так для себя. Тут еще должен быть резистор. Сейчас посмотрим. Тут куда-то он уходит, но непонятно куда. Этот широкий контакт. Но, походу, тоже на какую-то деталь, похоже на резистор. А, это даже не резистор, диод D2. Видите, стоит D2. И здесь, соответственно, тоже. Вот он, C подходит к диоду. Вот к этому. Стеклянному диоду. Просто стеклянные обычно всегда диоды, это уже сразу видно их. А тут диод он в пластиковом корпусе, поэтому я не сразу понял, что это диод. Это не резистор. Короче, в принципе, все определено. C минус, P минус и... Что там еще идет? B минус. Да, вот тут хотя бы его подписали. Ну что, не могли другие подписать? Ах, товарищи китайцы. Все. В принципе, все ясно. Но на всякий случай сейчас погуглю еще, посмотрю. Вам здесь покажу картинку, как я подключал, в общем, по схеме. Какую я нашел в интернете схему. И будем паять. Тут пайки намного работы. Нужно все эти контакты сейчас отрезать и сюда каждый перепаивать. Первый, второй, третий и так далее. И чтобы не перепутать еще ничего. Поэтому надо по одному будет резать и впаивать его. Товарищ китаец, ну что, стандарт нельзя сделать было, а? Один на всех. Итак, некоторое время погуглив интернет, я так и не нашел именно эту модель БМС-ки, которую заказал. Тут куча-куча разных моделей от разных производителей. У них всех абсолютно разные схемы, принципиальные. Точнее, принципиально у них одинаковые схемы, а вот схема разводки платы разные у всех. Но, как всегда, товарищи Поднебесные предлагают, в принципе, похожие товары. Вот есть одна из БМС-ок, прям, которая подходит для этой батареи тоже. С такими же характеристиками, как я заказывал. Здесь она немножко другая с виду, но в целом, я так посмотрел, приглянул, на глаз все одинаково. Также расположены 8 MOSFET транзистора сверху, правда в этой 6, но здесь другие модели чуть-чуть. А вот нижняя плата и между ними, они полностью практически идентичны, они разделяются на две части также. И вот здесь самое главное, товарищи китайцы указали, как подключать ее. В рисунке уже видно, что вот это боковой минус, B минус с батареей, который идет, P минус, который идет на контроллер вот сбоку, как я и предполагал, это общий контакт с MOSFET транзисторов. Вот эта большая широкая дорожка, она спаяна вместе с этими MOSFET транзисторами, который идет на контроллер. То есть управление по минусу идет у этой батареи, у этой БМС-ки. Она его отключает, включает, когда нужно, чтобы все работало нормально. А C минус, тот, который мне было сложнее найти, он, оказывается, тоже расположен сбоку, правда, не на самом шурупе, а именно сбоку увиден. Но расположение контактов уже дает нам понять, что действительно она подключается так, как я предполагал первоначально. Еще вот хорошо, что они указали, как подключать ее. А вот его схема уже при подключении. То есть вот эта вот нижняя часть батареи, начало батареи, начало секции первой, она подключается на B минус, соответственно. А вот этот маленький черный провод идет на первый контакт. Как вот на ней тоже написано было B минус, первый контакт. Но мы его здесь, вот этот черный, не используем, нижний, потому что он здесь уже есть, выведен. То есть, короче, это просто дубляж провода, он ни на что не влияет. А остальные так вот подключаем в соответствии с этой схемой. Тут идет плюс у нас первой секции на первый контакт B1, потом B2, и вот они пошли до последней секции. Вот. Также в последней секции написано, что получается B+, на саму БМС-ку. И также вот тут... разъем зарядки, вот он как раз сбоку. Общий плюс идет на контроллер и на зарядку из батареи, которые. Вот эта часть разъем для зарядки, а вот эта часть разъем для питания контроллера и самого электровелосипеда. Все просто, в принципе. Главное сейчас правильно запаять секции, каждую на каждую нужную дорожку, контактную площадку. А разъемы уже здесь попроще с ними. Все уже готово, там осталось только вот эти большие провода припаять сюда, сюда и сюда. Все, начнем. Перед подключением БМС-ки я сделал вот такую процедуру. При помощи своего старого, древнего, еще в школе собранного блока питания ручного, я выставлю напряжение 4 вольта. Вот так вот, где-то, ну чуть больше, даже 5 вот так можно поставить. Все равно просадка будет из-за проводов.
И при помощи этого блока питания постепенно, потихоньку, вот эту секцию ячеек, которая сейчас показывает всего лишь, можете обратить внимание, 3,63 на ней. Тогда как на второй 4,07, на третьей 4,07, 4,11 даже, на четвертой 4,07, ну и так далее. В общем, вот это только единственная секция ячеек, она не заряжена как надо. И перед подключением маски, чтобы она не стала резко заряжать ее, и вдруг может перегреться или что-нибудь еще случится, не знаю, я просто никогда не подключал ее на свежую батарею, скажем так. Поэтому я сначала доведу их до значения 4 вольта, 4,07 точнее, и потом уже постепенно, когда она выровняется, везде будет 4,07, я подключу к этому шлейфу и к этим проводам припаяю новую BMS-плату, которая пришла. Короче, подключаем сюда минус, так как сбоку есть минус, и вот сюда плюс. Просто засуну его между контактами. Здесь мне главное просто подержать немножко его на блоке питания, чтобы напряжение доросло. Но этот блок питания очень слабый, тут всего пол ампера дается, поэтому заряжать будет их очень долго. Тут около 8 ампер часов, 8,8 точнее, и заряжать он будет где-то часа 4,5-5 часов точно. Вот это вот самодельная колонка, блок питания тире. Так, плюсик мы куда-нибудь засунем. А так просто могу прижать, и все, там хватит этого контакта, сила только маленькая. Вот так, сюда минус, сюда плюс, и ждем, пока напряжение выровняется. На индикаторе показывается около 4 вольт. Если я буду сейчас повышать напряжение, оно чуть-чуть увеличивается из-за того, что блок питания дает больше ампер. Вот на максимуме здесь идет пол ампера сейчас. Проверяем третий раз. Прошло очень много времени. Периодически я смотрел. Было около 4 вольт. Теперь наша секция показывает 4,6 вольта. Вот. 65,6, вот так между ними. То есть нормально. Наконец-то мы секцию зарядили до уровня общего, как и всех остальных. Тут теперь у нас в первой, той самой, которую мы заряжали, 4,06, в следующей 4,07, 4,11 даже в некоторых. Ну там разброс десятых вольта. Это уже не так страшно. В целом они близки к одному уровню. Остальное должна сделать БМС, она должна их отбалансировать. Это у нас не работает, поэтому она ее не балансировала, и батарея сдыхала быстро из-за этой секции. Точнее, из-за того, что она не заряжала эту секцию вообще. Итак, приступим к основному ремонту. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот этот шлейф каким-то образом присобачить вот к этой БМС-ке новой. Так как продавец не до конца понял или не хотел понимать, он все-таки выслал БМС-ку с узким шлейфом и коротким, он сюда не подходит никак. Вот они, почти полтора, ну не полтора, а в 1,2 где-то раза длиннее она и шире, чем была. Чем, точнее, должна быть, которая здесь стоит. Вот эта вот площадка с контактами, которые идут к каждой ячейке, каждой секции. Что надо сделать? Перебрав все варианты возможные, я пришел только к одному. Нужно сейчас, вот здесь как раз даже есть специальные просто отверстия, отсюда взять 13 контактов и припаять вот такому шлейфу. Тоже взять 13 контактов. Это, кстати, шлейф от флоппи дисковода, если кто помнит, что были такие древности. Очень, в принципе, нормального качества они делали. И там довольно-таки не толстые, но пойдут по сечению провода, нормальные, в принципе, стоят. В общем, взять его, припаять его вот сюда.
А второй конец уже припаять вот к этому шлейфу, но его первоначально вытащить из платы. То есть сделать такой переходник на основе этого шлейфа и подключить уже туда ячейки. Что ж, приступим. Занятие долгое, но нужно делать. Отпаивать мы будем с помощью незаменимой паяльной станции, а точнее ее термофена. Руки жгет. Быстрее, быстрее, давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Есть. Непростое это занятие, скажу вам. Но все возможно. Благодаря ему, величеству термофена. Они совсем маленькие. Да. Тут гораздо толще были. По крайней мере, вот эти вот. Которые тут стоят. Значит, не буду рисковать. Мелкие не надо ставить. Мелкие могут просто не выдержать и расплавиться. А нам не нужны опять проблемы с ней. Ее так уже ремонт затянулся. Сейчас буду искать шлейф какой-нибудь подходящий на 13 контактов, где побольше, пошире контакты. Это, покопавшись в своем загашнике, я посмотрел среди радиодетали, нашел такой шлейф. Тут уже провода потолще. Это, по-моему, что-то идет от какого-то телевизора у меня было. Samsung или типа того. Я разбирал последний. Как раз вытащил оттуда провода, всякие детали. И вот такой шлейфок. Тут провода потолще. Они сеченые уже идут. Не по одной жиле, как в том компьютерном, который только для дисковода подходит. И если посмотреть вот здесь, на BMS, в принципе, провода довольно-таки не толстые подходят. Сюда дорожки контактные, они вот очень тонкие. Такую нагрузку они должны более чем с запасом выдержать, вот этот шлейф. Так, тут у него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 контактов. Поэтому мне нужно будет 2 таких. Сейчас обрежем. Также отмеряем. Где-то... А, такой хватит. Да, получается 16 минус 3, 13. Вот такой будет удлинитель. Сейчас все это зачищаем, залушиваем и припаиваем. Ничего сложного. В качестве первого будем этот синим считать от него. Наконец-то основное запаяли. Теперь проверяем на прочность. Просто тянем в разные стороны провода. Не дай бог, что-нибудь тут варится. Оно замкнет и сгорит. Ячейку замкнет еще. Так, и теперь проверяем на так называемую козу. Короткое замыкание. После пайки все что угодно может тут попасть, даже незаметно. Кстати, вот мелкие разводы от олова. И они могут коротнуть. Так, первый, второй. Да, работает мультиметр. Второй, третий.
9, 10, 11, 12. Да, 13. Все. Вот таким образом мы переделали старый разъем на новый разъем. Ну, все просто, просто удлинили. Здесь провода уже потолще, поэтому возьму помощнее паяльник. Также сначала залуживаем, чтобы сделать хорошую контактную площадку. Эти провода ответственные, поэтому нужно их хорошо залудить. На них вся нагрузка будет. И паять так, чтобы не отодрать было их. Так, мало олова. Очень мало олова. Потом добавим. Охлаждаем. О, как они греются, ужас. Даже вот здесь, когда ты касаешься провода, вот в этом месте, где-то на сантиметров 5 отсюда, все равно горячего. Все, намертво. Так, и последний. С минус. Провод с зарядки. Тут почему-то отправляется через массу, а не через плюс, как я понял. Наконец-то. Все, запаяли. О, как это долго была история, а, с этой всем БМС-кой. Ну что ж, теперь самый ответственный момент. Теперь нам нужно подключить все ячейки. То есть разъем вот этих ячеек подключить к БМС-ке. И при этом ничего не должно взорваться, надеюсь. О-о-о. Так. Тут у нас крайний. Ага. Еще у крайнего очень странный контакт, какой-то длинный вместо обычного используется. Видать, удлинили. Сейчас вытащим его. Да, это он длиннее, чем обычный. Так, надо сделать его поуже, на всякий случай. Вот так вот. И обратно засунуть. Я просто смотрю вот на эти отверстия. Тут нам надо смотреть, чтобы хороший контакт был, поэтому контактная площадка должна быть нормальная. У разъема типа мамы вот этого. А тут, правда, не видно. Но внутри видно, что, в принципе, все контакты виднеются, и обгоревших никаких нету. Ага. Все, подключаем. Ну, с наукой, как говорится. Блин, не дай бог, что-нибудь замкнет. Ну-ка, еще раз проверю. Ну его нафиг. БМС-ка стоит 2000. Да ячейки еще дороже стоят. Так, нет замыкания. Нету замыкания. Нету. Нету. Все нормально. Так. Фью-фью-фью.
все правильно. С 1 по 14, да. Что ж, поехали. Все, подключилось. Далее, что там? Сейчас из-за того, что не совсем равномерно каждая ячейка заряжена, там уже на месте стояла. Плюс еще первая подсаженная ячейка, вот эта, которую поменяли мы, она должна ее сейчас отбалансировать, начать. И вот эти штучки должны начинать греться, мне кажется. Да, сразу проверим напряжение, которое идут на БМС. Угу. Первая 4.03, вторая 4.06, 4.10. Тихо, не падать. 4.06, 4.07, 4.07, 5.407, 4.07, 4, тихо. Угу. Так, так, все нормально. Все по 4.07, первая немножко разряжена. 4.04 показывает. И вторая 4.06.07. 4.10, у одной есть еще больше. Таким образом, сейчас нам нужно подключить зарядник и довести все до одного уровня. Чтобы она должна сейчас сама все зарядить до одного уровня. Потом мы начнем тест. Тест будет с помощью какого-нибудь мощного устройства, которое будет разряжать батарею до конца. Потом БМС должна ее отключить. И когда в следующий раз мы зарядку поставим, она должна снова полностью до конца зарядить каждую секцию. Вот если все так проведет, то значит ремонт удался. Я буду несказанно рад. Потому что эта батарея реально что-то прям какое-то проклятое она. Не везет ей. Ладно. В общем, сейчас заряжаем. Входящее напряжение 90 до 240, выходящее от 54,6 вольта. Соответственно, батарея должна выдавать 54,6 в полной зарядке. Вот это именно батарея. Так, тут зарядка вот там сбоку. Дык. Все. О, красненькая загорелась. Ништяк. Пускай заряжается. Итак, прошло порядка 10 минут, 15 минут я ставил, и вот она уже показывает, что как будто зарядилась. Ту крайнюю ячейку, как видели, я уже подзарядил с помощью обычного зарядника прямого, ну, самодельного блока питания. И сейчас посмотрим, какие напряжения выдает она. То же самое, проверяем каждую ячейку. 4.05. 4.10, 4.19, 4.12, 4.15. И вот сейчас заметил, она опять включилась, зарядка, видите? Она периодически включается и отключается. Да, 4.10. Ну, тебе также 4.10 показывает. Как я понимаю. Да, 4.10. 4.10. В общем, в чем смысл того, что она туда-сюда выключается и включается? Если вот ее потрогать сейчас, слегка нагреваются верхние транзисторы, вот эти два боковых, чуть-чуть теплые. И внизу, вот где-то здесь, как я понимаю, стоят разрядные
резисторы. То есть БМС-ка как работает? Она лишнее напряжение, от которых на ячейках образуется, она на себя скидывает. И вот тут вот эти вот транзисторы и микросхемы, они слегка греются. Особенно где-то в середине вот здесь вот. То есть она сейчас, как я понимаю, балансирует их. Как раз она, те, которые не заряжены, первые две вот эти, они не до конца и зарядилась с помощью самодельного блока питания. Они заряжены всего на 4,06. Вот она сейчас других скидывает напряжение, а к этой повышает. И вот так она пусть еще сейчас полчасика постоит, ну до 9 часов. И вот она моргает то зеленым, то красным, то зеленым, то красным. Отбалансирует их и потом уже проверю напряжение на всех. Ну а далее будем тестировать. Уже прошло где-то полтора часа, даже может чуть больше. Проверяем, насколько она зарядилась. Зарядка моргала в это время, ну немного так. Через 5 минут включалась, выключалась и так далее. То есть ячейки балансировались. Сейчас ее отрубил, вот выключил. Сейчас без зарядки. И проверяем, как она отбалансировала ячейки. Наша БМС-ка. Опять 20 вольт. И начнем. Кстати, транзисторы теплые. Плюс снизу тоже все теплое. Скорее всего, балансировка до сих пор идет. Мне главное, чтобы она сейчас показывала 4,9 и около этого напряжения. А, вот этот. Вот эта шкала 20 вольт, не 200 вольт. 4,07. 4,12 даже. 4,15. 4,12. Но вот первая секция 4,07 до сих пор. Она совсем на немного поднялась. Поэтому она еще горячая. Кстати, БМС-ка. Вот здесь снизу все горячо. Да, вот здесь даже руку тяжело держать. Слишком горячо. Вот эти транзисторы. Она скидывает напряжение с них сейчас. С ячеек. Так. Ладно. Еще можно, конечно, долго балансировать ее, но зарядим-ка ее с нуля. Для этого мы сейчас что сделаем? Чтобы полностью протестировать ее, разрядим батарею. Надо очень мощный источник потребления энергии подкрутить к ней. Лучше всего мотор-колесо, но у меня сейчас нет такого мотор-колеса на 1000 ватт. Поэтому я подумываю подключить вот такое устройство. Да, утюг, бытовой утюг. Я с помощью него делаю печатные платы на лазерном принтере. Лазерно-утюжной технологии, только для этого использую. Ну, не важно. Смысл в том, что он довольно-таки много потребляет энергии. Если я сейчас подключу его к батарее, то он ее разрядит через сколько-то часов. Мы сейчас вычислим это на бумажке, замерив сопротивление его и, соответственно, мощность потребления этого утюга. Умножим на время, при котором она будет разряжаться, и, естественно, узнаем от этого емкости, сколько там осталось. А потом, когда все ячейки разрядятся, когда она их должна еще отрубить после этого, то есть часов, ну там 4-6, не знаю, сколько будет часов разряжаться. Сейчас вычислим. Потом уже после этого мы поставим опять на зарядку и полностью зарядим ее. И они уже все должны быть 4-10 примерно вольт, каждая ячейка. То есть такой цикл полный проведем разряда-заряда этой батареи с помощью утюга. Приступим. Перво-наперво на регуляторе утюга ставим максимально мощность, max power, так сказать, и замерим его сопротивление, какое у него сейчас есть ему. Зная сопротивление, мы вычислим мощность, которую он будет потреблять при нужном напряжении. Так, для замера на сопротивление ставим нижнюю шкалу до 200 Ом и проверяем. 52,3 Ома показывает наш мультиметр. 52,3. Запишем это значение. R равно 52,3. Так, теперь нам нужен калькулятор. Здесь напишем Ом. Калькулятор. Есть основная формула. Вон она у меня тут. Мощность равняется и в квадрате на R, и там, и так далее. В общем, закон Ома.
По закону Ома мощность равняется, если через напряжение выразить, то U в квадрате на R, где U – это питающее напряжение. Утюг рассчитан 220 вольт. Так, 220 умножить на 220, разделить на 52,3. 925 ватт. Мощность утюга. Так, это не R, это P. Мощность. Power. Мощность утюга равняется 925 ватт. По номиналу на 220 вольт. Ну, короче, киловатт. Лучше поточнее считать. Там то, что киловатт написано. Здесь даже где-то было написано на нем, но оно стерлось. Ладно, неважно. В общем, это при 220 вольтах. При 220 вольтах. Соответственно, если у нас напряжение будет в ней, как сейчас. Так, замерим напряжение на батарее, которая у нас сейчас показывает. Так, где-то включение. Включили. Напряжение на батарее сейчас 53,1 вольта. Да, 53,1. Но она еще не до конца все ячейки отбалансировала. Поэтому не 54,2, как должно быть, а 53,1. Так, напряжение батареи 53,1 вольта. Соответственно, мощность утюга от батареи, от B напишу, мощность утюга от батареи равняется 53,1 в квадрате разделить на его сопротивление 52,3 Ома. Так. Ну, я уже вижу, что около 100 что-то должно быть получиться у нас. То есть в 10 раз меньше мощность. 1,1 разделить на 52,3. 54 ватта всего лишь. Равняется 54. Ну, грубо говоря, ватта. Там округлим немножко. 54 ватта, еще раз проверю. Да, 54 ватта. То есть тот же утюг при питании от этой батареи будет потреблять всего лишь 54 ватта. Это очень мало, конечно. Но другого более мощного источника у меня нету. А что, мне часов 10 его надо разряжать? Ага. У ней номинальная мощность у батареи изначально была, точнее не мощность, а энергоемкость. 54 вольта и 0,2. Так, энергоемкость, это напряжение на емкость ее. На 11,6 ампер-час она была. 628 ватт. То есть, получается, вольт ампер-час был не 630 ватт изначально. То есть примерно она могла выдавать 630 ватт в течение часа раньше. Соответственно, 54 ватта это почти в 10 раз, даже в 11 раз. Сколько это? Разделить на 54. Сейчас пробую. Этот утюг должен разряжать ее 11,6 часов. Так. Так, время примерно равняется 11,6. То есть вот при разрядке мы должны дойти до этого уровня или хотя бы близко вот к нему. Если будет меньше часов, соответственно, емкость у нее, значит, упала чуть-чуть, и уже надо по-другому емкости учитывать. Ну, неважно, там рассчитаем. Смысл вот в чем. Знаю эти все данные, то, что у нас потребление 54 ватта у утюга, и то, что батарея заряжена на 53,1 вольта, мы ее должны разрядить примерно в течение 10 часов до нуля. Она должна разрядиться. Да, долгий эксперимент, ничего не скажу. Надо что-то помощнее поставить, но, блин, ничего нету.
Можно еще автомобильные лампы, говорят, поставить. Они такие мощные, там 4 штуки ставятся в ряд. Получается как раз 50 вольт. Вот эти, которые на фары идут, там много ампер не потребляют сразу. А тут мало. Ну что поделать. Будем ставить и проверять. Сейчас время 11 часов. И вот как раз к утру, через примерно еще 11 часов, она часов в 10 утра должна уже разрядиться полностью. Эта батарея будет на этом утюге. Но с другой стороны, будет медленная равномерная разрядка. Так что это хороший тест для всех ячеек на их емкость. Если она его пройдет, значит все отлично. Да, ну и после этого, конечно, мы еще должны зарядить ее и проверить, чтобы она зарядилась нормально. Соответственно, все тогда будет работать как надо. Ну а сейчас состыкуем вот этот разъем батареи вот с этими штучками. Как-то прикрутим чем-нибудь. Ну, тут мощность небольшая, 50 ватт это. Обычный провод от блок питания подойдет. Сейчас к этому приступим. Так. Вот такие провода. Это обычный блок питания от компьютера. Они идут до 10 ампер. У нас тут даже меньше будет, гораздо меньше. У нас будет всего тут 1 ампер где-то потребления. Так что их хватит с лихвой. Да, странный способ, конечно, соглашусь с вами. Ну, надо ее проверить. А для этого, чтобы проверить, надо ее разрядить чем-то мощным. Это самое мощное, то, что нашлось. Просто любой, даже там 2-киловаттный ТЭН взять какой-нибудь, или два утюга поставить, они будут не 50 ватт, а 100 ватт потреблять. Потому что у них в квадрате уменьшается мощность при поведении напряжения. Ну, в общем, это закон, но там курс физики, короче. Школьный. Все станет понятно. Нужно именно потребитель на 50 вольт какой-то найти. Но у меня кроме мотора колес ничего такого нету. Даже мотор колесо надо сейчас где-то подвешать его, включить. Оно целый час должно крутиться. Вот. Это проблематично. И звук будет мешать и так далее. А тут сейчас аккуратно все подключу просто. Подожду немного. И все пучком, острочком. Так. Втыкаем одну сюда. Блин, вот эти сопли мне, конечно, не нравятся. Ну, а что делать? Ладно, это временно все. Только для проверки. Так, тут мы заизолировали. И теперь подрубаем вот сюда. Сейчас искра будет. Нет, это бутылка с минералкой у меня сейчас. Как не вовремя. Все? Она даже не искрит. Ну-ка, проверим. Может, все-таки должна искрить чуть-чуть. Что-то есть такое? Ну-ка. Ну там всего 1 ампер, это вообще ерунда. Не. Не хочет искрить. Ну там 52 Ома, конечно, не будет искрить. Замыкание бы прямое было, тогда бы искрило. Вот и все. Вот такая вот странная конструкция. Утюг и батарея. Вот она включена. Я поставил на разрядку. Периодически сейчас еще во время теста до утра буду мерить напряжение. Плюс сюда, а минус вот сюда. Вот. 52,6 сейчас напряжение. И вот так будем мерить. Через каждые там 2-3 часа я буду ее навещать, скажем так. Время сейчас 11. И до утра мы будем ее пытать, эту батарейку. Мощную литий марганца кобальтовую батарею. Так, кстати, можно попробовать. Нет, по-моему, горячий. Не скажу, что прям сильно, но теплый такой. Так, жалко, на камеру не видно это. Но если вот такого поставить, то здесь сейчас будет шевелиться, наверное, над ним воздух. Ну, что-нибудь виднеется, нет? Наверное, чуть-чуть только. Он раскалится сейчас медленно, но он все равно раскалится до большой температуры. Где-то градусов 100 будет, наверное. Будет вода шипеть на нем. Так. Надо все это аккуратно поставить, потому что он будет целых 10 часов работать. Время 4 час ночи. Уже пора спать. Но перед этим проверю-ка я, сколько она разрядилась. Утюг просто раскалился чуть ли не до красна. О, аж шипит.
Так что температура у него хорошая. Теперь посмотрим, сколько же напряжения показывает наш мультиметр. Так, напряжение упало до 41,5 вольта. Ой, 47 целых. Что так мало. 47 вольт. Вот, просто не видно. 47,5. Это, кстати, нормально. Получается, что 48 это ее номинал. То есть минимальное напряжение у нее 42. Среднее 48, которое везде пишут. И максимальное 54. То есть между ними 6 вольт как раз. Получается, что она разрядилась ровно наполовину. Ну, 47,5, почти 48 вольт. Уже прошло 5 часов, сейчас время 4 часа. Я поставил в 11 прошлого дня. То есть прошло 5 часов почти. И вот так получается, что где-то сейчас 5 ампер час уже она разрядилась. Вот это. Еще осталось еще 5 ампер час. То есть еще 5 часов она постоит. И общая емкость будет где-то как раз 10-11 максимум. Почти соответствует номинальному. Но с учетом того, что уже год она проработала, это нормально. То есть пока все идет по плану. Итак, время 9:30. Прошло уже 10,5 часов. И я заметил, что утюг уже остыл. То есть БМС отключила батарею. Да. Отсутствует напряжение. При отключении нагрузки напряжение 44 вольта. При подключении нагрузки и 42 вольта почти. И оно сейчас отрубится. 44 почти вольта, да, 43,9. Просто мультиметр включит. Все, отключилось, видите, само по себе отключается. То есть БМС отрубает ее, потому что какая-то ячейка уже разрядилась. Но это нормально, потому что проработала 10,5 часов она, как и должна, 27 сотых. Угу. 3,2 она уже, в общем, отрубает БМС-ка, батарею. Ну так продержалась она 10 часов. Вот. Нормально, в принципе. Как и должно быть, как и рассчитывал. 10 ампер час у нее еще есть. Все. Теперь что мы делаем? Теперь мы ее заряжаем. Теперь все должны ячейки обратно вернуться на свой прежний уровень заряда. 4,2 вольта. Сейчас время без 20:10, и примерно через 5 часов с половиной она должна полностью быть заряжена. То есть где-то 3 часа дня. Ну а теперь приступим к зарядке. Я специально не стал с утра ее оставлять на зарядке. Сейчас время уже 4, я только после работы пришел. Потому что еще не проверена БМС-ка с батареей. И кто знает, как она поведет себя. Поэтому надо следить за ней. То есть периодически щупать, проверять напряжение, смотреть, как идет зарядка. Поэтому я лучше доверюсь зарядке первый раз хотя бы для только такой, которую я буду сам контролировать дома. Ну а потом, если она нормально зарядится, уже можно ее эксплуатировать по полной. Просто опасно литий оставлять дома без присмотра. Непроверенный еще, как вот этот. Итак, все, зарядку поставил. Мы уже с вами проверили, сколько она дает. То есть примерно вышло 10 ампер час у нее емкость. Вот здесь по 5 ампер за каждые 5 часов разрядки она давала. Итого она разряжала 10 часов, 10 ампер час должно быть. Короче, зарядка должна длиться около 5 часов. То есть по 2 ампера каждый час, получается, в течение 5 часов будет как раз 10 ампер. Ставим зарядник, засекаем время, сейчас 4 часа. И к 10 вечера она уже должна полностью зарядиться. Заодно все проверим, как они зарядились секции. И периодически будем так вот трогать ее. Буду, как идет зарядка. Греется, не греется тройной света. Насколько греются.
Ну вот, прошло уже больше 6 часов. Сейчас 11 часов вечера. Зарядник совсем недавно включился, где-то полчаса назад, еще немного теплый. Но уже показывает зеленым. То есть батарея заряжена. Сейчас отключаем его. И будем проверять секции. И если все не покажут одинаковое напряжение, то значит ремонт удался. И батарея после полного разряда зарядилась как следует. Итак, в итоге получаем первая 4.08 секция, вторая 4.12, 4.16, 4.12, 4.13. Так. 4.12, 12. Да, все остальные показывают 4.12. Есть небольшой разброс в первых ячейках до 0,04 вольта. Это немного, очень немного, и оно само отбалансируется со временем благодаря нашей микросхеме контроллеру BMS. Ну а в целом могу сказать, что все. Кстати, она теплая, до сих пор балансирует вот этих. Да, нижние греются секции. 53,2 вольта. Еще не хватает 1 вольт ровно. Ждем, пока он доберет его. До 54,2 должно зарядиться. Так получилось, эта батарейка у меня пролежала еще неделю, я ее позаряжал туда-сюда, еще раз зарядил. Короче, теперь наконец-то она уже почти 54 вольта показывает. Вот. Если мы замерим, 53,9. То есть еще чуть-чуть, и вот эти ячейки новые, они догонят остальные. Ну а пока... Конечно, самый лучший тест будет на велике, и тест-драйв я обязательно постараюсь заснять, когда хозяин появится, наконец-то заберет, там уже просто он ездит на другой батарее сейчас. Мы эту мы поставим как запасную, как второй бензобак. Более подробно увидите на канале, именно этот велик мы потестируем, там классная вещь, конечно. Под нагрузкой, как нужно, но в целом я уже понимаю, что она будет работать. Да, еще в расчетах я немножко ошибся, вот когда считал 53 там сколько-то вольт, максимальное напряжение. Нужно считать мощность по среднему напряжению. То есть там 48 вольт, у нее средняя идет. Между 42 и 54, 48 вольт как раз. Поэтому в расчетах, если будете делать более точнее, хотите, лучше замеряйте со среднего напряжения, конечно. Но для оценки того, что она работает, я уже понял. Этого достаточно было. Примерно емкость 10 ампер час осталась. Ну, самое главное, что она... работает так, как должна быть. По зарядкам я посмотрел, в принципе, все как должно быть. Чуть-чуть греется БМС-ка здесь вверху, после зарядки через час уже она остывает, все нормально работает, лежит, ничего не ломается. Так что все уж прошло успешно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Пауэр. Это, походу, очень длинное видео, которое я сделал, но все приходит с опытом. Да. Все можно делать быстрее было, если бы сразу понять, что это БМС-ка не работает. И плюс еще ячейки. В общем, тут совпало много всего в этой батарее. Но если теперь она уже будет служить верой и правдой весь свой положенный срок. Ну, еще года 4 где-то прослужит. Уже год она проездила, еще 4 годика ей осталось. Надеюсь, это вам поможет видео, если у вас какие-то подобные проблемы. Будет вопросы, задавайте в нашей группе Оливионка. Ну и скачивайте книгу, там более подробно я описываю все способы ремонта аккумуляторов, которые знаю, по крайней мере, которые уже применял на практике. Все, всем спасибо, всем пока.